Водоснабжение в республике в летнее время остается одним из главных наболевших вопросов. От жителей Кунгхалка Ногайского района поступают жалобы о том, что во дворах и домах нет воды. Как выяснил наш корреспондент, есть надежда, что данная проблема будет разрешена. Начался ремонт и замена старых труб. Все подробности у Аслана Гирюгова. Проблема с водой в ауле Кунгхалк стоит очень остро. По словам жителей, воды зачастую не хватает элементарно, чтобы постирать одежду. Они отметили, что многие отказались от идеи завести скот, ведь без нормальной подачи воды невозможно заниматься хозяйством. В летнее время для хорошего урожая необходимо регулярно поливать огороды. Но если один сосед обильно поливает грядки, причем питьевой водой, к другому соседу, что живет ниже, вода уже не доходит. Проблема с водоснабжением связана и с тем, что сама система и трубы очень ветхие. При увеличении напора происходит прорыв труб, и вот их замена началась недавно. Купать не можем, приходится таскать, приходится кого-то просить, чтобы привезли. Когда вот сегодня дождь пошел, немножко вода пошла. Эта проблема не сейчас, из года в год повторяется. Вот недавно был сход граждан, не знаю, что там решили, я не смогла поехать, потому что я с внуками сидела. Вот такая проблема. Проблема с водой каждый год. Вот летом вообще нету воды, можно сказать. Сделали бассейн, вот набираем бассейн, в бассейне заканчивается вода. Не знаем, что делать. Звонишь, просишь, дайте воды. Ну, не каждый раз есть вода уж у нас. Пока у нас прохладно, то у нас и вода есть. Но как начинается невыносимая жара, мы без воды. Как отметила исполняющая обязанности главы Кунгхалка Динара Баисова, аул вошел в программу комплексное развитие сельских территорий, по которой планируется замена водопровода. Помимо этого, стало известно, из-за чего вода отсутствовала последние две недели. Все из-за того, что трубы были повреждены, и вся вода уходила в землю. Сейчас данная поломка устранена. Сейчас, вот буквально две недели, ребята приступили к работам по замене трубы по улице Ленина. Общая протяженность 7 километров у нас будет заменена трубопровода. Я так думаю, что какую-то основную проблему, наверное, нагрузку, это решение этой проблемы снимет. Но в любом случае, вот совместно с районом сейчас принимается решение о подготовке документации для строительства своей водозаборной в своем ауле, потому что у нас аул очень большой, население с каждым годом только растет. Со своим водозаборным сооружением данная проблема будет решена, заверили нас в администрации Ногайского района. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия и Кунгхалк.